Всем привет снова. Сегодня уже 14 число, а последний раз, когда я что-то вам записывал, было 12. Сейчас я вам покажу, как живут студенты в Голландии. Это такие большие дома, это студенческий городок, тут очень много домов, и живут здесь только студенты. Вот сейчас я нахожусь на 6 этаже одного из домов, где куча комнат, как и наши общаги, в общем, но только, наверное, получше. И со стороны выглядит точно лучше. Сейчас мы у Роналда. Комната стоит сколько? 350? 350 евро в месяц. Это, ну, у нас можно так снять квартиру. У вас, сколько у вас стоит квартира? Снимать? Тысяча, да. Тысяча? Тысяч? Вот, это минимум. 1000 евро минимум, как бы. В центре, да. Ну, здесь нормально. Здесь, но это очень дешево снять. А, окей. Сейчас я вам покажу, как здесь все живут. Во-первых, у Роналда есть огромный флаг, напоминающий ковер. О, вот он. Во-вторых, у Роналда есть своя, так скажем, кухня, где мы готовим кушать на данном этапе. Хата, он живет здесь один. Конечно же, один из трех велосипедов. Место для учебы. Конечно же, гитара. Вы все должны помнить, как Роналд играл у нас в лесу с нами, когда мы были. Я в Инстаграм выкладывал, в общем. Выложу вам тоже здесь, может. Unpredictable. In the end, that's right. Давай, I hope you had the time of your life. Something unpredictable. In the end, that's right. Hope you had the time. И вид из окна. И все это все студенты живут. Ну что, тебе нравится здесь? Мне очень понравилось. Понравится? О, да. Я ожидал. Это далеко от центра. И, ну, нормально жить. Это уютно здесь. На самом деле, это даже не Амстердам. А что это? Другой город. Серьезно? В принципе, да. Ну, конечно, здесь город от города отличает одна дорога, наверное. То есть, как бы здесь нет таких там полей, лесов, как у нас это есть. Нет, тут как бы город, и между ними дорога, и все. Да? Да, правильно. Ну, вот раньше это было два разных города, но сейчас они grow together, как сказать? Объединены. Да, так. В общем, а мы сегодня у нас полностью день отдыха, так скажем. Вчера у нас тоже был день отдыха. Ну, потому что отменили соревнования, и у нас не было четвертого дня. И поэтому сегодня мы хотим поехать, собственно, на велосипедах. Конечно. Это один из них. Мы же в Голландии. Да. На чем же еще кататься? Не на роликах же. Мы же не в Беларуси. Через час я буду у гостиницы, Даня пишет. Даня, как обычно, опаздывает. Потому что я хотел пораньше выехать, у меня сегодня самолет вечером. Сегодня мы поедем на великах. На побережье Голландии, на море, которое впадает в океан. Ну, в общем, едем к большой воде на пляж. И вот там поснимаем еще. Я надеюсь, будет без ветра, и мы еще полетаем на дроне. Ну, и я вообще не разболеюсь, и все будет в чики-пуки. Роналд, это наш президент наших соревнований, которые закончились. Роналд, расскажи, что было в последний день. В последний день мы закончили все из-за вируса. У нас это было очень круто. 3 дня очень круто было. Соревнования мне очень понравилось. И горжусь, что все было хорошо. Да, это было очень круто. Все было очень круто, на самом деле. Это был ли мой 3-й чемпионат мира по студентам? Единственное, Роналд, открытие немножечко скучное. А так все отлично. Ну, я знаю, это было скучно. Да, я согласен, это тебе ожидали? Да, ну конечно. Ты слышал, как поляки начали аплодировать после первой песни, чтобы они ушли?
Ты не слышал? Не слышал, не видел. В общем, пойдем, я тебе покажу. То есть ты выходишь, и вот здесь по каждой по комнате живут люди, без присмотра, в принципе. То есть как бы нету таких, как у нас, тетенька внизу сидит и никого не пускает. Нет, я без проблем зашел с моими шмотками, это все нормально. Все друзья живут, все студенты, все, можно выйти здесь, тоже вниз без проблем, тоже два человека живут. Сколько у вас живет на этаже? 14. 14 человек? Да. Вы все друзья? Почти все. Почти все. А ты знаешь всех, да? Да, мы знаем. Но вы не общаетесь? Иногда. Но друзья-то это по-другому, но общаемся, и это уютно здесь. А, это было сложно вообще организовать соревнования? Ну да. Долго готовились к ним? Почти. Ну, процесс, целый процесс был больше, чем 3 года. О, серьезно? Да, от начала. Но мы с Бартом, мы стали частью организации в декабре 2018 года. Года? Да. Ну, то есть 2 года где-то вы организовали? Нет, полтора. Полтора? Полтора месяца сделали. Вот мы собрали много людей, которые... Вот, которым думали, это интересно? Да. Но мы все волонтеры были. Ничего этого... А как ты стал президентом? Я сказал, я хочу организовать, и они сказали, вот, давай. Так это было. И партия сказала, я хочу сделать технический... Комитет. Вот сейчас он был competition manager. Ага, я понял, да. Так происходило. Мы просто... Все, как... Это не было запланировано, но все просто происходило. Собрали много людей, и очень много мотивации у нас, и потом происходило. Потому что вы любите этот спорт. Ну да, конечно. У вас вся страна. Я приходил на соревнования, и перед соревнованиями люди просто катались. В том числе и Роналд сам по себе катался прямо перед тем, как поработать. Мы приходили на раскатку, а он уходил со льда. Просто по кайфу. По кайфу? По кайфу. Что такое? В удовольствие. Ну да, по конечно. Фан. Ну, это было очень интересно. Интересно, и горжусь, что происходило, потому что очень круто, очень много людей. Да, да. Очень много спонтанных решений и вещей тоже. Национальная новость приехал к нам спонтанно. Мы это ли бы запланировано. Все спонтанно, и это самый крутый. Ну, тоже да. последний вечер, тоже спонтанно, у нас вечеринка запланирована, но это... Отменено из-за да, вируса. Да, так. Спонтанные вещи всегда крутые. Если бы несколько белорусов, точнее один, то, возможно... Да я все так, это было нормально. Будешь что вспомнить голландцам, за которыми бегал кирпич? Они будут. Хочу тестировать. Что это? До Турции? Да. Это, то вы не помните, он был с нами в Санкт-Петербурге, и потом он поехал в соло в одного до Норвегии. При том, что он доехал сначала до Санкт-Петербурга. Это реально человек, который очень любит велосипед. Сколько вас в комментариях, кто любит настолько же сильный велосипед, это если не считать Данилку Беляева, Егора Школина. Сколько вас? Столько же любящих велосипед. Может, вы все-таки голландцы, а не русские? Ну, быть русским – это всегда самый лучший. Быть русским? Нет, пить. Пить с русскими. Пить с русскими, да, самый лучший. Да. Планировать с русскими вообще не работает. Почему? Потому что вы русские. У вас это так не работает. Mm-hmm. Когда я пожил в Питере, это просто у меня идея, вот, как день бы происходило. Ага. Происходил, но всегда это не было так. Здесь я планирую. Mm-hmm. Сегодня я сделаю, не знаю, 90 километров. Это длится 3 часа. Ага. Знаю, это будет так. Но в России, когда я был в Питере, это просто не происходило. Откуда ты знаешь русский язык? Ты разговариваешь на русском. Расскажи, ты учился специально, выбрал русский, почему? Я помню, в Базельге де Пина 6 лет назад ты не разговаривал на русском. Нет, понятно. Да. Я выбрал, это как это было хобби мое. Я очень люблю что это? Хобби. Хобби. Хобби, да. Просто я очень люблю другие языка. Языки. Языки. И вот я выбрал русский язык. Мне просто интересно. Вот. Но, в принципе, как с русским это всегда интересно. Угу. Часто мы друг друга не понимаем, понимаешь? Но когда мы выпьем, вот, когда мы пьем, например,
всегда веселим. Чуть-чуть выпиваем. Чуть-чуть веселимся. Веселимся, да. Всегда интересно. Я просто хотел вас лучше понять. Естественно, мой. Друг друга понимаю, да? Сейчас. Для человек, который понял, что русский английский не выучит. И решил выучить русский, чтобы понять нас лучше. Здесь очень некрасиво. Некрасиво? Здесь это, ну это надо сделать. Ты не знал, что наша страна очень изменилась. С каких пор? Смотри. Что там? Ты не смотришь? Раз, смотрю. Смотрю. Я это, вижу. Да, это вот почти 500 лет назад, и мы сделали свою землю. На море что? Да. Засыпали. Это, да, вот. Там был вот море, там был. Но сейчас мы сделали, мы сами сделали. Сами сделали. Да, землю. И мы будем здесь вот покататься. Это видно на карте, что здесь раньше было вот море. Это раньше было вот озеро, очень большое озеро. Да, я понял. Сейчас это земля, и поэтому это вот это как новая земля, и поэтому это не очень красиво. Не, я понял, да. Ну там, это смотри, знаешь? Там вода, там как маленький канал. О, погодка-то просто шик. Там маленький канал. Ага. И когда ты смотришь, это тоже. Здесь, где мы живем, это бывшее озеро. Угу. Бывшее озеро. Когда ты видишь, там повыше. Мы забрали вода из озера, да. И сделали вот вокруг озера. Я и понял. Потом у нас стал новый озеро. Много каналов из-за того, что вы... Ну, я понял, воде некуда деваться. Если бы они не делали это, вода бы поднималась просто везде, были бы лужи. Да, так. И все. Вот, не сейчас, потому что мы на шестом этаже, но вот на улице здесь мы под уровнем моря. Море, да. Серьезно? Серьезно. Мы ниже уровня моря? Да. Мы сегодня подниматься будем на велосипеде. И снова велосипедисты. Везде велосипедисты. Потому что они ездят в этом виде транспорта, потому что гораздо дешевле, это проще, это спортивнее. Вы спортивные люди все, у вас очень много. Я видел вчера бабульку, которая в центре города разминалась. Я видел вчера ребят, которые играли в футбол в центре города. Не вчера, а пару дней назад. Вы очень любите спорт? Да, люблю. Когда просто кататься на велосипеде, чтобы про города, для нас это не спорт. Мы не думаем, что это спорт. Мы считаем, это не спорт, потому что это просто транспорт. Да, мы да, просто да, хотим туда попасть. Это вот это тоже ну, интересно. Да. Ну, потому что у вас немало денег стоит этот самый транспорт. Чтобы вы понимали, когда мы ехали сейчас на трамвай, допустим, трамвай просто на час, как в Москве, допустим, там, вроде, если не ошибаюсь, в Москве тоже покупаешь один билет, у тебя на час можешь ездить везде. Здесь тоже трамвай, автобусы и метро даются на час один билет, но ты покупаешь билет не за 50 рублей, а за 3 евро 20 центов. Это по нынешнему курсу, ну, больше 200, короче. Чтобы на час. Это дорого. Да. И для студентов это... А где ты берешь деньги, чтобы здесь работать, чтобы учиться? Ты работаешь? Нет. Скоро буду. Но для студента общий транспорт бесплатно. А, да? Да. Вы это должны круто, иметь... Просто... ну, пропускной просто. Мы просто можем путешествовать по стране. Если мы хотим, если я хочу путешествовать в Хронинген или куда-то, можно. Бесплатно. На поезде бесплатно тоже? Да. Круто. Для студентов. У нас есть тоже скидки по студенческим, но не бесплатно. Нет. Если я не ошибаюсь, то не бесплатно. Ну, вот разница тоже, когда вы здесь, у вас музеи очень дешевые. У нас просто дешевле. Все. Ну, да, дешевле. Страна дешевле. Но мы и получаем, понимаешь? Ты можешь не работать здесь и получать 1000 евро. Да. В России ты будешь работать каждый день и получать 500 евро. Да, знаю. Но абсолютно, да, правильно, дешевле в России. Но релятивно, относительно. Тоже музеи и так далее.
у вас гораздо дешевле. Вот. У нас все дешевле, в принципе. Я думаю. Все, но мы здесь гораздо дешевле. У вас дороги есть. У нас есть что-то колея. Ты не знаешь, что такое слово, да? Да, нет, не знаю, но я знаю, о чем ты говоришь, конечно. Ты да, ты знаешь, о чем мы говорим. Ты сколько по России катался на велосипеде? Ну, это опасно. Но круто, это... Не забуду эти моменты. Незабываемо. Нет. Ну, не чисто. Когда в России, когда я вернулся домой на велосипеде, я сделал, не знаю, 90 километров, мое лицо... Грязным. Грязным, да. Это в России было грязным? Да. Это нормально, что ты? Я это не ожидал. Идти в музей здесь... Вот как Рейхсмюзеем, это как самый главный музей у нас. Это стоит билет, стоит 35 евро. 35 евро? Да. Ну. Для вас это важнее, я так думаю. У нас вот. Что важнее? Ты думаешь, мы ходим в музей? Ну да. И что я нашел? Что я увидел? Что я видел? Вот он, тот самый легендарный трип Роналда. Из Амстердама через Санкт-Петербург до Норвегии. Как было бы проще, если бы он сделал просто вот так вот, да? Нет же, он объехал все это. И все во имя любви. Вот так вот сделаем. О, сердечко. Просто легендарно. Сколько километров это было? Из Амстердама. Из Амстердама до Берна? Так, 5000. А из Санкт-Петербурга? Это все за два раза, да, было? Да. А из Санкт-Петербурга до Бергена? 3000. 3000. Да. За сколько времени ты проехал? Вот, почти 3 недели. Один? Да. Каждый день? Ну, не каждый день, но иногда почти каждый день. Тоже несколько дней для отдыха. Отдыха, да. Ну, нормально было. Как твои колени? Ну, это было круто, весело, интересно, да? И что ты хочешь сейчас поехать из next trip from Amsterdam to Turkey? Может быть. Один из идей. Не хочешь евротрип по горам Швейцарии? Ну, это через. А, следующее, да? Очень хочу. Вот я не люблю велосипед, не люблю тренировки, но путешествовать я обожаю. И путешествовать на велосипедах — это очень круто. И Роналд это доказывает. Я попросил Роналда, сделай, пожалуйста, Инстаграм, чтобы все видели, как ты путешествуешь. И он сделал Инстаграм. Да, это правильно. Да, правильно. Теперь подписывайтесь на него, я вот здесь вам вот так вот. Правильно. Большими буквами вот так вот. Роналд Лихтенберг. Подписывайтесь, чтобы все быстро оформили на него. Даже на меня можете не подписываться, а на него подпишитесь. Это будет, я придумал, это будет одно из условий конкурса. Чтобы выиграть, вам нужно тоже быть подписанным на него. На Роналда, на нашего президента, наш мистер президент. Пожалуйста. Пожалуйста, конечно же, естественно, пожалуйста. Что? Здесь очень красиво. Очень красиво. Но мои родители здесь живут. Если мы хотим сделать это оба, будет больше 100 километров. А ты не будешь. Ты это не сделаешь. Почему нет? Почему ты, Артём? Я смогу. У нас весь день. У нас весь день, ну... А, мы быстро поедем, да? Может быть... Роналд, смотри, давай поедем на море, а обратно посмотрим по времени. Хорошо. Если будет все хорошо, поедем к твоим родителям и обратно. Круто. Окей? Круто. Я надеюсь, все получится. Хорошо, круто. Ну все, забились, да? Забились. Да. Поехали, это 90 километров, это же немного. Это... Но мы тоже хотим чуть-чуть погулять в городе. Of course. Чуть-чуть. Даня, где Даня? Был бы Даня, мы бы уже выехали. У нас было бы гораздо больше времени. У нас осталось всего 6 часовых световых часов. Ну, 6 часов это достаточно. Ну, надеюсь. Тоже. Я надеюсь. Как ты начал заниматься конькобежным спортом? Когда я начал? Да. Ты, у вас был каток открытый? Мне было... Сколько мне лет было? 5? 5 лет? 5 лет. А твои родители тоже были конькобежцами? Нет? Они вот как любители. Да. Хоббиисты. Да, как ты говоришь, хоббиисты. Я люблю это слово. Есть слово хобби, а он переделал на хоббиист. Хоббиист. Он же хоббиист. Я стопудово хоббиист. Я ему профессионал, я хоббиист. Стопудово. И снова, каждый раз, везде. В России это было, будет. Было, будет, есть.
в Голландии это, или где бы то ни было еще. Мы ждем только одного человечка всегда, Даню, который опять опаздывает. Опаздывает даже к самому крайнему сроку, опять опаздывает. Данек, ты, конечно, прости меня, но так оно и есть. Снова. И это печально. Вот, смотрите, просто вот здесь вот живут студенты. Здесь вот, вот, по кайфу вообще. Там вот где-то столовка и зал, насколько я знаю. Насколько я понял, тут тоже. Ура, ура, все в сборе, все в сборе. Это тоже один из организаторов. Йоу. Все, мы где-то собраны, идем, едем. Давай. Это мой. Это тоже мой. Это тоже мой. Ну мы в пути минут 7. Я уже устал. Это нормально. Впереди еще 8 часов. Мой новый байк. Теперь я картограф. Поставил огромные, красивые окна. Сказали, что злая кошка. Она вообще... Хорошая киска. Таких тортов я еще не пробовал, серьезно. Какой я хочу? Я хочу вот эту. У меня теперь новый байк. Е-бой. Мы здесь. И здесь. Вот. Сейчас мы приехали. Угадайте, куда. Ну, я думаю, вы знаете, куда мы приехали. Смотрите.